Ну, я думаю, что мы будем ждать решения руководства Народного собрания, которое должно поставить вопрос в повестку дня для обсуждения и принятия решения. Но если они будут долго растягивать этот вопрос, я полагаю, что у нас есть разные рычаги воздействия для того, чтобы вопрос был на повестке поставлен, несмотря на то, что есть давление центра на нынешнее руководство. Я полагаю, что есть объективная ситуация гагаузская, она говорит о том, что нам необходимо принимать решение и долго вилять руководство нынешнего руководства Народного собрания не получится. Я полагаю, что нынешнее большинство в Народном собрании попытается по максимуму сделать все для того, чтобы референдум не состоялся. Но какой будет итог, посмотрим.